День спуска на воду отремонтированного катера под номером 250 для жителей поселка стал настоящим праздником. Подобные заказы на ремонт судов Сретенский судостроительный завод уже давно не получал, поэтому на причале царит особое радостное волнение. Своей работой сотрудники градообразующего предприятия довольны. Замена обшивки, покраска, модернизация навигационного и двигательного оборудования были выполнены в короткие сроки, за каких-то 3 месяца. Но, конечно, наиболее значимо это для команды катера, которая проводит на нем практически 5 месяцев в году. Катер предназначен для обеспечения границы, то есть застав материальными средствами. Личный состав делает свою работу по перевозке, в данном случае, дизельного топлива. На торжественной части также наградили тех, кто принимал участие в работах по реконструкции корабля. Но самым волнительным моментом стал непосредственно спуск на воду. При помощи дорожек, смазанных маслом, судно самостоятельно соскользнуло в шилку. Теперь ему предстоит еще раз в течение 10 дней пройти проверку всех систем, но уже на воде. И только по их окончанию пограничный катер отправится на дальние заставы выполнять привычные для него работы, включающие не только доставку топлива, но и в первую очередь охрану государственной водной границы. Светлана Тулунова, Сергей Рычков из поселка Кокуй.